Привет всем, друзья! Еще раз 8 марта вас мы уже отметили. И сейчас вы сможете понаблюдать, как мы это сделали. Ну, я уже много раз говорила, что в Испании 8 марта женщины не отмечают этот праздник. Они выходят в общем, устраивают митинги и все такое, чтобы отстаивать свои права. Ну, а мы, как русская душа, встретились с девчонками и посидели. Вот. Иду с подарками. И подарки вы уже увидите в моем блоге. А пока, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и жду ваши комментарии о том, как вы отметили этот праздник. Мне все очень понравилось, особенно встреча с девчонками, поболтали, выпили пивка. Ну, в общем, берите кофе, чай и приятного просмотра. Как мы на вордиках едем. Оля, то сними. Я даже губ накрыла. Я. Не одна, ты такая красотуля. Я с Таней первый раз еду. Первый класс. Помолимся за родителей. Не ссы, мать. Прорвемся. Да, она тебе надо вписаться. Понятное дело. С моим крокодилом. А вот видишь, надо туда сейчас, а там бы выехал. Ой, спасибо, не умничай. Нет, а там бы выехал в другую сторону. Да вот наоборот, я сокращу сейчас, потому что сейчас все пешеходы будут мешать лазить. У вас, кстати, правда, столько народу. Да вообще ужас. Откуда понавылазили? Одни иностранцы. Не, полчетвертого уже все, они всех это. Да, уходить надо, да? Да. Уйдет из дороги, задавят. И я пока ходила эти мариски, ела все эти ракушки. То есть ты не успела. А чуть рано, 4 уже это, закрываются. Ну, они, наверное, там убираются, не знаю. Там они прям и блинчики готовят. Ну, все прям вообще чистенько, идеально, красота. Тальмунекар, это вот, это автобусная остановка. Оксана на нем поедет домой. Ну, конечно. Ну, конечно, это май... точно. А что это? Сейчас мы тебя напоим и да, конечно. Домой. Ой. Компотом. А тогда ты не напьешься, да? Домой ты пешком пойдешь, а да? Я пешком, дай. Ой. Рожа дай Боже, как говорится. Да. У нас подруга выставила вчера фотки, ну, как мы 5 лет назад отмечали 8 марта. И вот я там смеемся, одна там пишет одно, вторая другое, я пишу, а у меня, говорит, тут на этой фотке 20 килограмм больше. Там такая ряха, прям, ух, кровь с молоком. Тебя вот сюда ходят в школу? Да. Я вот смотрю, бегущая. Вон она сидит, ждет нас. Она, наверное, уже нас вытекает. Тебя, а ты телефон забыла. Мы возвращались к ней домой. Права. Я дяденьку поставила. Сегодня наш... Мы тут... Что ты заказала, Тань? Какой? Он розовый. Он один. И ты его хочешь? Не, я не знаю, что я хочу. Я тоже чекаю. Я пока не... Мы же... Это у нас первая остановка, да? Первые. Ну, мы до 2 часов же здесь не будем сидеть. Мы потом где-нибудь можем пивать, попить. Ну, так вот поэтому надо вначале подкрепиться. Так я ж позавтракала. Я тоже. Ну, да. Ну, такой вот у нас. Не важно. Ну, блин, пойду тогда закажу какой-нибудь тортик, раз не важно. Брауни, может, что-то вот заказать. Шоколадный. Он мне может поставить один из этих шоколады? Не из редонда, да? Да, да. Вале, грязь. Все-таки на пирожные меня девки раскрутили. Потому что двор терьерный. Это мой муж подарил цветочки женщинам, как обычно. Кажется, мимоза, вот, друзья. Гуль, вот чем-нибудь пахнет мимоза? Это тебе, а это девочкам. Ни хрена себе. А это Оксана. Ни хрена у себе. У тебя нет девочек, тебе поменьше конфет. Ну все. Жду воздушных поцелуев. Ну и ты мой подарок тоже уже оприходовала. Да, вот он. У меня не так все красиво. Подарок. Два в одну. Какой подарок? Ну я это... А их надо воду ставить, да? Ну поставить. На, у меня не так все критично, у меня вот для красоты. Вот я тебе на 8 марта. Вот так, чтобы, а я сейчас говорю, по пути мне даже время. Чтобы твои ручки были красивые. Я вам отдам. А, ну обратно положи. Давайте, мы пока что тебе начинаем. Уберись, Тань, а то там это. Да, правильно.
Вкусняшки принесли. Я сочек заказала. Сок. Кофе. На, тебе тоже. Я не пью. Так что вот мы поделились. Да. Таня, что такое громадное? Это очень хороший. И для аптеки, да. Мне теперь на год хватит. На год. Какой на год? Ну, вообще тебе одной. У тебя пыль, наверное, не нанувается, как мой. Он другой, у него другой только гель. Одной марки. И попробуй ему купить только другой. Он не будет. Попробуй, ему понравится. Не понравится. У нас все на это работает. Таня, тортик привезли. Она дома ушла. Да, ну как ехать, а детей куда? С собой. Детей с собой. Пусть гуляет один день, ничего страшного. Грасиас. Что, взял браун? Да. Попробуйте. Грасиас. Ой, я жару. Я не замерзшая. Не жару. Смотрите, какие интересные принесли авокадо. Да, вот масло. Все отдельно. Масло оливковое, соль и перчик. Вот, и она сама будет все это намазывать. Да, сначала буду я делать вот так вот. Семья. Ну, давай, давай. Сначала мы наливаем маслица. Такая-то стадо, видите, какая круглая такая. Прям специально деревенский. Слушай, ну тебе прям снимать надо. Вот, смотри, да. Какая все. Вот так вот сначала масло наливаешь, оливковое. Потом засыпаешь томат. Свеженький. Да, намазываешь томатик. Вот такой. Учитесь, очень полезно, как говорится. Мы за здоровый образ жизни. Не курим, не пьем. Ну да, конечно, за здоровый образ жизни. Отдали тебе тортиков. Да. И мы берем... Я вот так никогда не делала. Нет? Я всегда так завтракаю. Я обычно с хамоном беру. И я тоже так делаю, как более. Мне так очень да? нравится. Да, ну, мне тоже так нравится. Везение. У нас тем более свои поля авокадовские. Так что у нас авокадо как мантекия, как масло сливочное. Такое. Ой, ну нам надо все сфотографировать, чтобы мы были красоту. Ты стол не ворочай. Блин, я в шоколад влезу. Ты недавно снимала. Ну, ладно. А теперь снимаем, как Танечка будет поглощать свой... Потом перчик. Вкусный перец. Закусочный. Вот этот перец, кстати, хороший. Моя камера пошла по рукам. Гуляем, девки. Но еще не по ногам. Отмечаем 8 марта. А, да, вот такой вот 8 марта. 8 марта. Это только начинается у нас. Потому что мы люди рабочие, пойдем потом на работу. Ну, вот вы пойдете. Ну, вот две девки, наверное, пойдут. Нет, мы тоже люди рабочие. Я тоже пойду на работу. Мне надо дышать в бане моей напарницы. А я буду, да? Не буду работать. Ну, везет. А что я сахар на сахаре здесь сладость? Ой, не надо без сахара пить. Попробуй. Не надо с сахаром пить, а ночью, иначе оно разъедает шерудок. Да? Это браун? Нет, не браун. Конечно. Привет. А я телефон ищу, мне надо в Инстаграм же заснять. С праздником всех. 8 марта. Ножки, ножки, ножки. Держи ножки. Отключаемся. И делаем сторис, так что подписывайтесь. На все на свете. Прошу сначала. Больше где ходит? Да. И где больше грязи? На полу. Да. Значит, оно чище. Чище и вкуснее. Даем вам лайфхак. В Испанию приезжайте, видите на полу мусора, заходите смело и кушайте. Да, да, да. Значит, самые вкусные тапы и самая вкусная еда. Я когда сюда приехала, первый раз увидела, думаю, вот это свиньи. И меня завел, говорю, куда это? Сейчас такая, просто смотрю, в баре чисто, думаю, не, мы туда не пойдем, там что-то не то. Что-то не то. Гуляем в Альмунекаре. Ков попили, с подарками идем. В море пойдем подышать. Зарядку делать не будем? Можем зарядку прокачать. Мы так более-менее нарядные сегодня. Да. Тань, держи, я забью там вас. Вот, Гуля нам дарит. Вам. Спасибо. Ну-ка, засними меня. Были такие красивые, красивые. Ты что, красивее, что ли? О, серый, этим я пользуюсь. Это да? Что? Мне главный, да. Мне главный пакет. Мой. Серый, не серый, мне главный пакет.
Ну, себя надо показать. Тебе, это мой блог. Да это мой блог. Ты чей это блог? Ой, я... Сейчас куда-то пойдем пиво попьем. Девчонкам, кому на работу. Кому? Смотрите. Агентство не движется. Мы говорим по-русски. Куда мы идем-то? Там тапы хорошие? Нам главное, чтобы нам тап вкусный дали. А, да, сегодня мы, он не закрыт. Понедельником у нас выходной весь. Видите? Рыбки жареные и все такое. А сейчас выходной. Капусту какую-нибудь дадут нам. Слушай, а эта итальянская пиццерия не открылась опять? Итальянский ресторан. Нет, это же. Там что-то это было. Поняла, да, где Антон Мигель? Нет, ваши продали. Поехали в Гранат. Попивать к себе безалкогольно. Да нельзя отмечать куда. Давайте за 8 марта. Мне все можно. Давайте. Дуракам закон не писан. Нам принесли тапу. Это вот заказываешь пиво, где-то 2 евро, наверное, стоит, где с лишним. Вот эта закуска бесплатна, так что сидим вот так вот, отмечаем. Мы уже по второму пивасику, опять нам рыбу принесли с перчиком. Вот такой у нас пейзаж за спиной, голуби. Дождь обещанный, а я, блин, не постирала, думала, дождь будет в час. А я на ночь положила, утром довезу быстро. А мне посмотрела дождь в час. А где он? Где дождь? Где дождь? Ты зонтик забыла. Сейчас бы бегала и говорю, кажется, дождь начинается. И он пошел. А теперь нету. А у меня, наверное, он в машине есть зонтик. Так резко послушала, послушала. Пусть люди знают своих героев. Пусть люди знают своих героев. Пиво безалкогольное. Да что ты кричишь-то? Отвечаю. За соседним столиком так смотрит на тебя. Смотрит. Завидует. Красивым девушкам. Завидным. И завидным. Так, что у нас по чеку? По чеку у нас 13.20. Это вот за 6 пив. Видите, 6 пив. А тапы были бесплатно. То есть по 4.40 нам вышло. Вот. И сейчас девчонки на работу. Ой, машинку куда-то смотались отсюда. Да, ну я-то спиной сижу. Таня за ребятишками пойдет, Гуля на работу, а я домой отдыхать. Сейчас идем. Ой, мне вообще, я хотела сегодня каблуки одеть, а потом думаю, ну его нафиг, ходить будем. Гуля работает. Сейчас, ну иди. Я тебе... Ты будешь снимать? Ну, сейчас я приведу. Идем, да. Ну мы сейчас добежим, что тут бежать 5 минут. Да вот так просто покажу, где ты работаешь, да и все. Вот, а Гуля работает вот в этом магазине, на продавец. Сейчас ее тут... Давай мне мой веник. Выпечка, говорю, у нас тут сейчас раскладывается. А, разделены? Да.
Давай. Еще что-то есть. Все, у меня там ничего нет. У меня свой пакет есть. А вот это что такое? А это тебе масочки. А, это маски на 8 марта для рук одни, а это для лица. Мне Каролин таки не хотел. А, ну вот, видишь, это тебе, а это Каролине. Да, 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 поняла. Это уже они подсели. Так что вот. А руки дам, я уж клиенты. Я вот так и подумала. Мне надо. Я же не работала, дома сидела. Нахрена? А сейчас надо. Так что вот что Гуля вкусняшки какие продает. Все, говорят, свежие у нее. Вот эти нереально вкусные. Гуль, да, вот эти вкусняшка такая, да? Да. Вот эти, они с медом это там, по-моему, да? А это что, безе? Это меренги. А, безе. А вот эти вообще нереально вкусные. Я вот домой всегда их беру, так вкусно. Угу. Сейчас там свежие. Такой магазинчик. Поэтому, ну, так, ну пошли. Все, прошедшие. Соберемся еще. По... Да, там Заринка, договаривайся. Ладно, что, куда? И рванем в Гранаду. Ну, все, давай, в кафешечку. Кафешечку, кафешечку. Смотрите, как с ребятишками пришли. Встаньте, дети, встаньте. Круг да. По очереди. И очереди, разные двери. Разные двери, говорит, надо. Вот у нее двое детей. Это одного с одной стороны, другого с другой стороны. Ну, хоть не третьего, не нас с другой стороны. Бежать. А где твой Манол-то? Очередь. В упор не вижу. Мальчишки, не а. А, да, теперь вижу. В очереди. Ну надо же, за детьми в очереди. Вот так вот. Так выглядит автобусная станция. Мне нравится городок этот. Маленький, уютный. И такой клуб для пенсионистов. А здесь отдыхают пенсионеры. Для них там всякие развлечения. Они там собираются, в карты играют, в домино. Бассейн, скорее всего. А я поеду домой к моему маленькому рыбке с мимозой. Макдональдс.